В Энгельсе состоялись первенства области по боевому и спортивному самбо. Более 100 спортсменов боролись за право попасть в сборную региона. В областной федерации самбо сезон в самом разгаре. Заканчиваются последние соревнования местного масштаба и начинается главное – отбор на первенство России и формирование сборной региона. Борцов в синей форме, предупреждение за грубое ведение борьбы. 1 балл борцов в красной форме. С этими ребятами шутки плохи. На первый взгляд кажется, что правил здесь нет вообще. Жесткие удары ногами и руками, болевые захваты и резкие броски. Спортсменам тяжело, зато зрителям нравится. Боевое самбо очень зрелищное, очень оно как бы приближенное к нашей реальной жизни. То есть это вид спорта, как сказать, и мужественных людей, и смелых. Мы практически всегда в тройке. 14 областей, мы всегда в тройке. На соседнем ковре тоже первенство области, только не по боевому, а по спортивному самбо. Правила мягче и шума меньше, но накал борьбы также высок. Мастера и кандидаты в них здесь тоже пытаются попасть в сборную области. Хорошее соревнование, хорошие спортсмены, будет трудно, но я надеюсь, что за них позаимствуем. Первенство области по спортивному самбо среди молодежи. Чемпионат области по боевому самбо. Это первый день. Второй день будет чемпионат области по спортивному самбо среди мужчин и женщин. Эти соревнования являются отборочными ПФО, это Приволжского федерального округа. Уже в декабре сборная из саратовских ребят поедет в Нижний Новгород на первенство ПФО. Как правило, места в первой тройке у нас бывают всегда. А дальше самое трудное – первенство России, золото которого дает путевку на мировые чемпионаты. Игорь Васильев, Руслан Коробов, Павел Криклевец, «Вести», Саратов.